С самого утра трактор расчищает дорогу на улице Карпинского. Автомобилисты этому только рады. Разделить их эмоции могли бы и местные жители. Однако им уборка создает больше проблем, чем удобства. Ведь снежные навалы с проезжей части плавно передвигаются к их домам. В результате по утрам им приходится брать в руки лопату и лом. А живут здесь в основном пенсионеры. Главное, дорогу чистить песком, а не замерзать глыбу. Вот да, ломиком колоть, ломиком. Вот, вот видите, какие глыбы убрали. Вчера ломом кололи, чтобы вот такие глыбы. Муж, он пришел, аж свалился. Это что такое? Местные жители рассказывают, что снежные навалы становятся серьезным препятствием, и выходить на уборку сугробов им приходится по нескольку раз за утро. Мужу 82 года, мне 76 вот будет. Сын инвалид. 5 часов утра. Мы вышли вычистить, потому что надо вести детей в школу. Вышли, а здесь вообще... Что творилось? Представители коммунальных служб успокаивают жителей улицы Карпинского. Про оставшийся у них под окнами снег никто не забыл. Это, как бы сказать, была подготовка для вывоза снега. Вот. И был сформирован вал для последующей уборки снега с данной территории. То есть, что, о чем это может говорить? Это говорит о том, что мы снег на данной улице убираем постоянно. Как сообщили нам местные жители, улицу действительно расчистили. Теперь они надеются, что в таком же состоянии она будет до конца зимы.